Rainbow English учебник, 6 класс, 1 часть, Unit 2, Step 3 и упражнение номер 10. Нам нужно соединить предложение с картинками. Читаем, переводим. Just look at him. Tom is enjoying Beethoven. He is very musical. Только посмотри на него. Тому нравится Бетховен. Он очень музыкальный. А, ну, насчет прослушивания музыки, это вот эта картинка, да, насколько мы видим. То есть первый это see. Или, я не знаю, вот сюда давайте еще единичку поставим. Вот так. Затем number two, номер два. It's good to dream on starry nights like this. Хорошо мечтать в звездные ночи, такие как эти. Номер два соответствует A. Поэтому сюда двоечку давайте поставим и сюда A. И третье. Fluff is American. He lives in a tree in Central Park, New York. Fluff американец. Он живет на дереве в Центральном парке, Нью-Йорк. Это у нас номер три. И номер три это B.